Что ты, братюня, притих? Обидка залита в груди. Не хочешь в игру заходить, хотя мне легко в мире жить. Дарился кланам столько добра, влил в них столько бабла. Ты думал, ты здесь чемпион, на самом деле гандон. Сколько потерянных дней, сгольдеров прочей хуйни. Сколько потерянных лет, а ты все так же делаешь минет. Ничего, потерпи месяцок, вернется в игру Ермачок. Его, кстати, Густас позвал, чтобы феном пизды надавал. Но тут не все так просто было. Ты проебал свой клан и притих. Стал шавкой у клана Лимоны и пидором для братвы. Ермак, Крюк и Саша теперь как родня. Анальная терапия каждый день происходит у тебя. Много девушек красивых, но в клане ты топ один. Такая вот терапия, будет еще больней, но ты держись. Все началось с сильного ветра. Холодной зимней ночью, похожую на это. Давайте я в Яки пойду, чтобы интереснее было играть. Давай. ПСМ да, зашел, давай. Вижу, да. Четверо уже. Не, а че, вообще без проблем. Ты не поможешь им никак, там нужно новые пати собрать, понимаешь? В смысле? Ну а че у них с пати, че, все так плохо? Я просто не знаю, кто там сейчас играет. Блять, всякие душегубы там играют в пати. Вот, а че, душегуб плохо играет? Не перш для боев. Да хуел, блять, он уже, блять, раскачивает меня. Не, сам персон нормальный, вот именно в рифе, но... Слушай, он в рифе неплохой штурм, насколько я помню, там был. Ну там почти способный штурм. А, в рифе я его разъебал, кстати, блядь, на своем МК-2 без кача, нахуй. Дай вот как я его разъебал, блядь. А у него там лычки по 900 тысяч, нахуй. Ё-моё. По 90 плюс, нахуй, криты, блядь, роботы хуловые, блядь. Где Кицаль, ёлки-палки, чё он не ломает? Ну ты говоришь, новая пати собирать, да? Там нету столько народу, чтобы там... Там эльф играет в пати. Я не хочу обижать, но просто, ну, объективно... Да там, хоть обижай, хоть не обижай... Она никогда не умела нормально играть, в принципе, ну, сколько лет бы она не играла. Не а не, она уже не... Это уже Нейл сейчас уже играет там. Она с самого Дэна играет. Не живется, хоть мёртвый у меня забери. Да моя сгорела. Денчик, блин. Потише. Бля, как вкусно жить резво. Мы не представляем. Там просто, там просто нету народа. С тех пор, как я ушел из Якудзы, ПСМ стал играть бои. И на ФСМе всегда корона, и всегда играет тампончик, который командир. И у них есть люди, кто может играть на персах. Как бы 2-3 человека у них они всегда есть. Они все постоянно садят на кого-то. Да, и, вот. Для этого самого. Постоянно играет на чужих персах, потому что у него всегда персхат, как-то висит. А чё он, у него же бабки есть, он мог и так же играть прекрасно на своем персе. У него перс, кстати, в ПФ неплохо прокачан. Ну, у него уже там полгода примерно, плюс-минус, донатов нет никаких почти. Ну не, ну это больше. Я помню, когда еще я играл там, он уже прекращал на хосте. Бля, кстати, я не помню, кто в хо? Кто в хо? Никто. Да нет, снизу сидит, кто в хо, блядь. Кесарь зашел и Дага, все. Кто в хо, блядь? Может быть, бафнемся, когда они в бой будут, типа. Серега, иди играй за Яков. Да. Я пойду за Яков играть. Какой сериал? Я могу на эльфе. Сейчас я с Кицалем до базара, если он мне фулл старик возьмет завтра. Серега, если ты будешь играть на эльфе, то ты будешь нахуй играть. Ты это хочешь? Не, я осуждаю такие действия. Тогда не надо говорить. Сейчас бля, скиньте ДС Яков, ёб твою мать. Мне их жалко. Реально, пойдемте к ним. Я вернулся из небытия. Да, я. Ну да, Техий как на тампончике точно там сидит. Так там Кицаль вышел даже. Кицаль уже выходит. Миша, у тебя еще есть фулл тайну, блять. Осуждаю продажу, покупку, передачу персонажа. Миша. Завести фулку Кавабанг, сейчас оживлю весь клан. Миша, у тебя загуст есть или нет? Серега. Миша, у тебя загуст есть, нет? Слышу, тебя тут дохуяк говорят. У тебя загуст есть? Да. Серега.
Плата через 4 часа, заводим фолк. Не, хотя на 2 пати я, может, и насобираю сейчас, подожди. А чё у нас? А чё за бой? У нас мишен в городе. 6 на 6, понимаю. А птицарь вышел? В смысле он вышел? Я на беспекат. Ну классно, мы готовимся, ребят. Каля без брони, давай. Они что, в бою? Да. Каля без брони. Вы же, блядь, сказали, они выходят. Вот я в город полетел. Бля, Каля без брони. Ладно, играем, похуй. Играем. Скажите, Миша... Корону, тихо. Корону на сану, быстро. Выходим на флаг через... Вот вперед и на флаг. Бля, даже жалко базиться, ебать. Бля, давай флаг, быстро, но... вперед на флаг. Хорошая подготовка. А нахуй вы сказали, что они выходят? Да никто не выходил, я посмотрел, там никто не выходит. Сказали мне, кисталь выходит. Никто там не выходил. Мы сказали, перезаходит. Ага. Они скорее всего или... Они же не выходят там, да? Не-не-не, они все, всех боем. Они или батят сейчас на замес, или обходят нас, одно из двух. Им лучше всего сейчас кого-то отправить понизу через базу, пусть на защитку, ФСМа вытянуть. Дагу, это мясо, дагу. Дагу еще сеть дал. Фокус на дагу. Фулл фокус дагу. Они без бафа? Все, дагу добить, красный. Они без рус. Душегуба давайте. Душегуба фокус. Все, душегуб сей дал. Фокус. Убил, добить. Аня, ты добил. Давайте потом ФСМа, ФСМа. ФСМа, ФСМа добить. Все, ин. Зажимаем на базе. Все, подлетаю к базе сразу. У них кесарь, по идее, ушел. Иви на базе. АФКш. Кесарь выходит. Ты бумка нажал, да, блядь, ты бафаешься как последний раз, блядь. Я не знаю всегда. Да я все бафал, блядь. И бинокль, и маску, и все. А бинокль хоть на час остается, там без разницы. База открыта, давайте базу. База открыта. Так юзер кикнули, нет? Ну да, кецель и Иви кикнули. Там ФСМ только остался. Стал фокус ФСМ. Да его кикнули сейчас просто и все. Так он был дурак. Убивайте его нахуй. Да он бафался, кстати. Добейте, отлично. Все, четко. Ладно. Ломали ему тупо эпики. А тут Жора без бафа, тут Каля без брони. Хорошая подготовка. Каля без брони. Грифон без брони. Я просто не знаю, типа, насколько может еще быть бесполезнее, типа, грифон. На самом можно деле, даже было поруби не брать. Вот реально, у них все шансы были, если бы они сейчас бафнулись. Типа 6 на 6, и мы там без бафа, без брони. Да. Ну, ладно. Хочешь, я бафнусь, и ты, блин, на дне будешь. Пищевой крипи. Блять, это просто гениально. Слушай, а ты не латыш случайно? Я немец. Какой? Блять. Ереванский, блядь. Какой немец, блядь, какой? Нет, если два раза повторять шутку, она не становится смешнее. Да я и не... Сука, иди ты в пизду, козёл! Спасибо. Блядь, кто на Жоре? Почему сетка в оружии, блядь? Лох. Она должна быть в слоте. Пришел в ПВ, блядь, словил кринж опять. А у меня что, тоже сетка в слоте? Тузик называет кого-то геем. Тузик также не замечает, как уже сам гей. Да, у тебя сетка в оружии, позор. А вы тоже заметили, что Тузик гей, да? Я смотрю, блядь, что у меня летает ракета так медленно, ебать. Миша, ну ты вообще прикинь, что я как-то Паша такой говорю, когда ты меня будешь повышать? Он говорит, Мишин против. Ты вот можешь вообще объяснить, что это за хуйня? В смысле, Мишин против? Лев против? Проверьте, бля, броню, хуйню, блядь. О, пинг зашел, ебать, нихуя себе. А видели, у меня знак 10 лет. А мне вообще-то не 10. Нет, не ой. 6 башен, 2 обранки, ребят. Они все бафают. Все, что у них есть, они бафают. О, я знаю, турнир начал. Пиво бафают, все бафают. Нам надо прямо сейчас выходить на флаг. Через... ну, прямо выходим. Шоры крутите. Меня кто-то толкнул. Что за черт? И надо пролететь канаты сразу. Сыграть там в открытом небе, скорее всего, придется, потому что они могут обойти и снести защитку. Охуели? Нельзя это делать. Не важно, как жил Синоби. Важно, как он умер. Жизнь Синоби измеряется не тем, как он жил, а тем, что он успел сделать перед смертью. Вытянули нашего, заходим. Да. Дагу. Дага вот тут у нас. Дагу добить. Дага желтый. Жабку бьют. Сеть на даге.
Все, минус лага, следующая цель. Душу добить. Добейте душика, добейте душика. Потом ФСМ и кесаря. ФСМа. Меня убили. ФСМа сверху он там. Попью. ФСМа добить. Пол хп ФСМ. ФСМа добить. Потом кесаря сразу. Кесаря. Все, кесаря. У него пароли. И добить. Ёбаный. Добить кесаря. На тузика рем. Оттолкнул. Кесаря добить. Добить, потом сразу Иви. Ну-ка. Добить, кесаря, ну. Долго фокусим. Добейте. Тузика, все, минус. Тузика, Иви на канал. Иви. На Жоре сеть оттолкнул. Ой, сори. Батя выжил. Иви, фокус Иви. Какой инт Иви? Инт отобьем, Иви, пошли. Иви, забери Джоя, разверни, забери Иви. Ебать, от Жоры нормально оттянули Иви. Но Жора все равно попал. Иви, все, не тяните их, это ж грифы. Сразу проходим наверх. Как я их унизил, видели? Нормально. 966 этих дали. Кого? Зен. Там, походу, душегуб мискликнул. Спасибо, я кажется, на такие бои больше не зайду. На 100% мискликнул. ПФ еще два боя, но они будут параллельно с рифом. Давай, не да, сейчас нахуй. Будет два боя, они параллельно с рифом. Сейчас будет интересно, куда они будут. Ну, вот свою фулку. Кто такой Ариф? Так, ну, сейчас нужна вторая фулка, которая будет играть у нас в ПФ. Я драчу, брат, твое время выставал. Я не играл. У меня ж, короче, друг руку сломался. Они попиздились там. Сломали руку. Сломал руку. И то он заметил, что он сломал только на следующий день. Типа, когда он бухой был, то все было хорошо. Прикольно. А я видос хотите скину, как я типа въебал после клуба, но. Ты считаешь это круто? Да. Ты считаешь, что ты вообще мужчина после этого? Ну он же. Надо было женщину ударить. Надо было ударить женщину. Я бы гильки ебало разбил, нахуй. Ты считаешь, что уебать трехлетнего ребенка это круто? Да, 14.1. Ты считаешь, зайти в детский сад и начать их пиздить, это нормально? А да, что, блядь, Энакин Скайуокер так и сделал. А он был крутой герой, между прочим. Подожди, сейчас, ой, что-то ж, блядь, почернело, нахуй. Кто ПФ-ом руководит, я не понимаю. Крин, я точно руководил. Что если это развод, ребят? Да, пусть. Пусть разводят на один бой. Спеца упали. Реально. Ладно, похуй. Так сыграем. Угу. Будем воевать по-мужски. Либо ФСМ вообще в бокс смотрит. Так, идем? Выходим через верх на флаг. Через верх выходим. Привет, Саймон. Я Кэтрин. Вы уже разобрали, что происходит? Я надеялся, вы мне расскажете. Может, и расскажу. Что хотите знать? Да, много чего. В смысле, где это я? Как я сюда попал? Почему тут роботы говорят, как люди? Ну, вы очевидно на Экселоне. Вы что, там никогда не были? Где вы работали? Damn, son. Инда, Иви надо. Одного броника просто выньте за канаты слева. Подставляются они, фул там стоят. Ну пусть стоят. Инда. Нихуя нормально. Иви, все, фул фокус на Иви. Чисто Иви фокус. Кетс. ПСМ отойди, ПСМ отойди. Я отхожу. Иви. Теперь чисто отойди. Идем. Инда. Фокус Инда. Иви. Там кицарь Калеона, он одно хп же. Хорошо, пусть его сейчас ремнут. Иви. Кицеля ремнули, опять желтый. Иви. Хороший зал. Вытянул Иви. Добить Иви. Кех сюда. Шел. Еще все, минус. Там, хорошо. Там аккуратно играем. Эльф. Штурмы аккуратно. Кесарь шел. Кесаря. Вытянул кесаря. Есть. Заходим. Срочно заходим. Давайте. Вытянул добил Йенда. Эльфа вытянул. На душу губы. Душегуб уходит наверх, быстро наверх. Штурмы. Гравик. Все, добить душегуба надо. Вы очень далеко ушли, пиздец. Хорошо, пусть. Красный душегуб. Я добил.
А, пиздатор. Минус. Папы. Все поджимаем их базу срочно. Все, да, база нахуй. В базе. Они сейчас встанут. Они уже должны были встать, там пару человек. Жора, иди вправо по базе. Все, минус, уходим. Nice. Уходим. Надо занять сейчас. Жора, добей все за. Давайте эльфа, эльфа. Инда. Я его вытянул, все. Инда. Минус. Жора, кто у тебя? Все, держим канаты, держим канаты. Жора, добей. Добей башню. Капли. Хорошо. Все, базу, упор в базу. Каплю, не дайте капли уйти. Душегубы и капли быстро. Капли уходит. Капли уходит. Инспектор не покажет. Я за каплей, базу лейте. Чисто базу лейте. Я за каплей. Иви всплыл. Пусть, я каплю лью. Иви уходит, Иви уходит. Алло, не отпускайте Иви. Я снизу грабь. С каплей дерусь, базу слейте. Мы какую Иви? Мы же плохо на Иви, он не успеет. Да, 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 да. Тут просто добро. Все, я держу каплю, давайте быстро. 14 кхп, я держу просто его. Инспектор, иди бей базу. Я еще кого-нибудь одну. База, 7 кхп. Но мы тут и втроем просто бьем. Ой. Все, изи. Все, что-то в кайф. А что так легко? Они, видимо, играют на два, на две локи пиздато придумали. Я тоже так делаю. В Дагестане сразу пол АФК играет. Яки тащат ПФ по башням. Ну, потому что у них играло больше, у нас трое на базе стояло. Ну, сейчас можно вытащить. Нет, только что зашел, в смысле, они этот... Все, сейчас можете спокойно вытащить. У меня трое, там Пон, в чем Сила и Богдан. Идр, чёс? Там вообще фулл соло, до тебя никак не дойти в ближайшее время, тебе съебаться. Ну, я знаю, так, они на меня 5. Тратят время. Да, ну окей. Мы, в принципе, башням уже выровнялись, мы зачистили это все. Богдан да. Там, если что, с нулевой броней Богдана можете шотать спокойно, он без сетки, он на пушках. Без премов. Богдана шотать? Да, да, не за мной, не дальше за мной. На Идр, чёс, Богдан и Лонг. Мы там. Сейчас, мы через верх тампон, выходим. Тампон еще тоже, тампон тоже. Четверо. Понял. Четверо. Тебе не время просто, мы через базу, мы супер далеко на карте, это тяжело передвигаться. У нас центр кто-то чистит, слышите у нас? У них 12 башен. Там кто-то центр чистит, кто-то прошел центр. Хорош, все, тянешь время, нормально. Они к базе полетели, четверо вниз. А тампон развернулся, идет к вам, к Рину и Мишину. У них база открыта, если что. Дага. Вон Дагу зафокусите. Дагу не отпустите. Они забрали, все. Дагу еще добейте. О, не попал. Все, хорош. Они все еще башни. Не пришли к вам, они все еще. Тампон умер. Слейте базу. Все, вы бьете базу, если что. Они на нашей базе все. У нас, а где он? А, башня, вот башня, они к вам сейчас выйдут. Они яд сейчас бьют, скорее всего. Блять, понял, ладно. Там кто встретил там толпу, то просто сидите, тяните время. Я один человек это. Пусть башни льет. А, они кикают, все персонажи Long Dive просто исчез, когда Паша Гравиком толкнул его. Понял, понимаю. Все, два человека осталось. Паша растворил человека только что, блядь. Вы видели, нет? Он не, хорошая тактика, конечно. Охуеть. Ну это читы вот эти, блядь. Это Дудос? Вот это вот есть ваш Дудос знаменитый? Челы, блядь, загоняют фулл патьку. Ладно. Давайте Дагу добьем, потом базу, похуй. Мне хочется Дагу сбашить. Да-да, попускайте, хули они не кикают его. Они хотят, чтобы Дага окончательно сгорел и ни на один бой больше не зашел. А им похуй, они если проебывают, то проебывают все нахуй. Да, чтоб потом, них... блядь, ремотся, блядь, полгода нахуй. 101 победа для них намного приятнее, чем для вас, например, 10. Вы видели, как Душегубск один раз нам победила, и она там весь Скай сосать заставила в радио. Типа, вы понимаете, какой у них прилив силы и адреналина после одной победы раз в полгода? Ну, охуеть вообще. Такого никогда не снес. За. Как первый секс только раз в полгода. Да, еще три боя, дальше оски будут 8 боев. Эльф на коупах будет? Чего? Да, сейчас будет ебашить, кстати. Готовьтесь нахуй, твари. Пизда. Я ливаю. Я ливаю. Кикните меня с боя, пожалуйста. Я рыгаю, блядь, я не ливаю. Я рыгаю. Блядь, нет, ну они гонят, они прикалываются. Типа, если они возьмут эльф на коупах, это, блядь, просто убийство. Вы понимаете, сколько она залпов на автоатаке может она дать? Она по башне будет. Блядь, они в натуре эльф на коупах отправили, это пиздец. Да, она сейчас, она тебя трахнет один за один, типа. Она так расхуярит, ты даже не представляешь, готовься, блядь. Киборг-убийца. Подождите, эльф, гришка на коупу? Это пиздец, блядь.
У них, по сути, сколько там? 4 штурма? Эльф вообще не штурм. Душегуб, Кецель, ФСМ. Бей, они развалятся. Хули они стоят, уроды. Как же они хотят выиграть, это просто пиздец. Не проще вообще не играть эти бои, блядь, ёбаные. Выходим прямо на квадрат. Ты же центр? Окей. Да, прямо выходим, шары крутим. Эльф тут. Эльф надо вытянуть. Подойдите, нормально все. На Джоя шок. Каплю вытяните, каплю, 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 каплю. Бля, эльфа на мне доната. Хочешь, 8 капа жара, блядь, уже. Там. Джой минус. Каля, ты единственный броник. Каля, аккуратно играй. Калю вытянули. Давайте душа, душа, потянуть. Капельку добить, она очень лоу была. Каплю добейте. А, ее она хилили фу. Два раза. Да. Надо они отходить. Залетели. Все, отходите назад, отходите назад. Фулка. Все, нет. Вытянул каплю. Каплю, 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 фокус. Фокус, каплю. Нейвис шок? Нет. Каплю. Вытянул каплю, еще на каплю фокус. Не вижу фокуса на каплю. КД, КД, КД. Заходим, сливаем каплю. Ладно, погнали, блядь. Все, минус капля. Полетели. Защиту понесли ли? Наверх, наверх, быстро за ними, они уходят. Душегуба вытянул. Душегуба, фок. Душа. Слит душа, как-то... сзади. Да, ебаный как-то... Вытянул эльфа. Эльфа. Эльфа добить, мин. Хорошо, дальше, заходим, заходим. Кицаль, кицаль, кицаль! Кицаль, кицаль. Бот, блять. Вытянул кецеля. Кецеля. А, заходим, сливаем кецеля. Заходим, дал, заходим, дал, не стоим, дал, заходим. Ну почему одна я один кетцель. Зашел? Не, просто с каната как бы изи убивали их. Все. Они сами подставляются. Мы тут чужих башнях тусим, если что. Ну да-да-да, надо спить быстро. За мной Иви летает. Рем на меня, рем на Сану. Рем на Сану. Она пытается убивать. Все, Грави уходит. Я чищу базу. Все, Иви слить. Занимаем сейчас центр. Надо зажимать их сейчас на базе. Я полетел к базе. Ты на базе сейчас будет? Эльф станет, походу. 9 башен. Эльф. Фланг, ты собрал эльф. Сундук, эльф, сука, да. Дай сундук мой. Эльфа. Вытянул, все. Эльфа. Эльфа, красный. Мы летим, я подсветка, пиздец. Эльфа добить. Саню, кто-то у них чистит. Открывает. Кто-то чистит. Уходим, уходим с вниз. Вниз уходим. Центр чистит, тут узика кто-то. Хорошо, вниз уходим. Кто-то все толпой вниз. Я скажу, кто. У меня капелька. Хорошо. Кицаль встал в соло, кстати. Пусть, пусть, пусть. Пущенный. Хорошо, сейчас занимаем центр. У меня капелька встала. У меня капелька. Хорошо. Встала. Куда она пошла? АФК, вот-вот-вот у меня, да. Она просто у меня бьет башню. Наверх, наверх. Я идем к тузику. Быстро к тузику. А, душ, 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 душ. Тут еще душ. Тут тузика пиздец народу. Там все, 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 все у яки. Все идут яки вверх. Ебать. Вы что, ебанулись? Все, на канатах играем файт. Каплю, 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 каплю. Все, этого Инда, Инда, на нем шок. Инда, фокус Инда. Гравик на Инда, дайте гравик на Инда. Все пришли. Все. Инда. Писаль желтый, капелька желтый. Инда. Кецель. Натяну, натяну, натяну. Бля, желтый. Кецеля фокус. На меня рем киньте. Можете вытянуть каплю, попробуйте каплю вытянуть. Кецель полха. Инд минус. Надо кесарь или каплю? Каплю, все. Каплю тянул, тянул. Иви, 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 возьмите Иви. Кесарь красный, кесаря добить. Кесарь, кесарь, Иви затяните, Иви затяните. Ну кесаря добейте. Кесарь красный там на канатах. Они я там все красные. Ладно, каплю. Давайте зайдем, давайте зайдем. Эльфа, эльфа, вытянул эльфа. Эльфа, еще эльфа добить. Один залп в корму, эльфа. Да нихуя, я по 70 дамажу, блядь. У тебя аккаунт, блядь, брокерский. Заходим, там два красных. Нас тут двое, правда, четверо. Да. Я уже ничего, ФКС. Там Иви и Кица можно добить. Кецеля добить, он красный. Кецеля добить. Хорош. Чисто техами забрал, блядь. Оттяну каплю, оттяну каплю.
Иви, взять. Иви, Иви сейчас. Кто там сверху? Забрал. Душика. Душа, потом ФСМ. Все, душ минус, пойдем, хорошо. 5 башен у них. Внизу ФКСМ и капелька. Давайте Нида заберем. Блять, опять мега. Я ебал рот эти меги. Ладно, пошел в пизду, я в соло. У них 4 башни, если что. 4 башни, 3 у меня на флаге, я полечу в соло зажимать. Ладно, пойдем, базу, блядь, срочно зажимайте базу. Блядь. Жора, там, давай. Там у Кали замес, там 3 яка у Кали сейчас. У Кали хорошо, на башне. ФСМ, ФКСМ, ФКСМ. ФСМ ты хотел. Да похуй вообще, ФКСМ, блядь. Ты ебал. На, блядь. Все, забрали, давайте последнего, инт. У меня 2 башни. Забирай. Ну они дерутся сейчас. Так что хорошо, у меня последняя, по идее, должна быть. Да, 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 у тебя справа сверху. Не дайте никому там уйти. Гифрики давайте, без разницы. Все, давайте к базе тянемся. Все, добил, все, есть. При одним я ловил всю игру, пиздата. Нормально. Снова и снова.